Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Проблемы с трехмесячным ребенком. Читаю вопрос. Дитя 3 месяца иногда покашливает, хотя делает это исключительно дома, а на улице кашель проходит. Может ли это быть реакцией на сухой воздух? Вот это интересно. Прямо у меня слезы умиления на глазах. Скорее всего, это такие реакции на сухой воздух. Вообще, представьте себе болезнь, которая подкрадывается к ребенку трехмесячному в домашних условиях и мгновенно куда-то улепетывает, когда вы выходите с детем на улицу. Понятно, что причина не в ребенке, а в том, в каких условиях он находится. А вы это знали? Мне очень приятно, что вы задумались именно о характеристиках воздуха. Покашливание в подавляющем большинстве случаев связано с тем, что в носоглотке, в глотке накапливается и засыхает сухая слизь. В результате дети что делают? Покашливают, кекают. Вот это кеканье, которым занимаются 90% наших детей, которые живут полгода в сухом и теплом воздухе в разгар отопительного сезона. Вот это диагноз папам и мамам, которые не понимают, что покашливание лечится проветриванием помещений и увлажнением воздуха. Да. Я фиксирую внимание на том, что покашливание, которое проходит на свежем воздухе, которое никак не влияет на самочувствие ребенка, это диагноз не ребенка, а диагноз папы и мамы, которым по родительству ставится, ну, пусть не двойка, пусть тройка. Главная ошибка, которая уже на двойку тянет, это пытаться лечить покашливание с помощью лекарств. А с этим приходится сталкиваться регулярно, особенно когда мамы с папами насмотрятся всяких реклам, призывающих очень эффективными способами бороться с кашлем. Мама, ты слышишь? Ужас! Резюме. Покашливание – это в большинстве случаев реакция ребенка на неадекватный воздух, которым он дышит. Покашливание лечится увлажнением воздуха, уменьшением его температуры, частыми прогулками и, если уж сильно припекло, увлажнением носоглотки посредством солевых растворов. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Всего доброго. Идите гулять. До свидания, доктор.